Сейчас хочу посоветовать вам канал Марков. На нем парень выкладывает реакции и обзоры на события, происходящие в видеоблогинге, современном рэпе, ТикТоке, Инстаграме и не только. Все это и многое другое он делает в своем неповторимом стиле, с рофлами, забавным монтажом и харизмой. Всем советую перейти к нему на канал и подписаться. Можете даже в комментах написать, что вы от меня. Ссылка на канал будет в описании. Всем привет, ребят, с вами Юмилия. Возможно, вы знаете, возможно, нет, но сейчас я нахожусь в другом городе. И с собой у меня из оборудования только ноутбук и веб-камера, и ноутбук лагает. Именно поэтому сейчас в основном на моем канале выходят перезаливы или же видео, которые я записала заранее. Вы бы знали, как мы записываем этот видос, но прямо сейчас мы будем смотреть ролик Мармока. Качество наверняка будет ужасное у всего этого видео, у всей этой реакции, но я не знаю пока что, что из этого выйдет, поэтому давайте смотреть видос Мармока «Сложная работа Санты». Погнали! Да. Какие здесь горы? Я, кстати, помню, он играл в эту игру в прошлом году. Дзынь-дзынь-дзынь, ну что, погнали? Погнали! Эй, мистер Снеговик, отличная шапка, приглядишь за домом в мое отсутствие? Капец, у меня уродливая халупа. Ладно, не надо, возможно, я назад не вернусь. Хо-хо-хо, мчитесь, твари! Какой ты жестокий, Мармок, зачем? Зачем так грубо? Нет, он действительно грубо поступил по отношению к оленю. Это я так считаю. Он там работает, тащит его жопу к детям, чтобы он развозил подарки. Он так жестоко к нему относится. Вот там он шапка. Во-во-во, вы же не обычный олень, вы же, я надеюсь, умеете летать, да? Ну я тоже так думаю, что они умеют летать. Хо-хо-хо, ёпты, есть край горы выпирает, какого хрена. Ну, всем горным обитателям тоже подарки. Лови подарок, Йети! Лови подарок, гордый олень! Вы в горах умираете с голоду, поэтому я надеюсь, эти детские игрушки сделают вашу смерть веселей. О, мы приближаемся к первой дымовой трубе. Что? С каких пор в панельных домах дымовые трубы? Вот да, мне тоже стало интересно. Почему она одна здесь? Кому, сука, отопление перекрыли? На! Продадите... подарки, подключитесь, отопление нормально. Хо-хо-хо-хо, новогоднее чудо, ёпты. Блин, классная игра. Нам вам же уличные, вам по подарку. Хо-хо-хо, мать вашу. Слышь ты, оленина, убери свою ляжку. У нас здесь кочует 6 семей эмигрантов, так что я задержусь здесь ненадолго. Это что за дерьмо? Это же текстура моей скамьи. Они тупо растянули текстуру на всю переднюю панель. О, так, у нас здесь, значит, айфончик для одной молодой девицы. Она там старалась, сосала. Упс. Ну. Извини, плохо сосала, значит. Только мне хотела об этом немножко сказать. Немножко подарков для, конечно, своих родственников и близких. А, еще 3 трубы. Делаем вид, что не замечаем их. Поначалу мне, кстати, казалось, что тут... мимо. Классный графен в этой игре. Извините, вот сейчас... у меня много родственников. Тормози, ловите подарочек. Погоди, здесь же живет та хамка из продуктового. У меня для вас уникальный подарок. Он накакал? С Новым годом, Шаболда! Ау. Воу. Это что? Интересно, я? Из него Дед Мороз вышел. Воу. Я выгляжу так, словно я испытываю боль тупо от существования на этой земле. Какой гибкий парень. Слишком гибкий. Что? Как я это сделал? О! Да я тут еще драчун. Чё, а? Ты на кого копыта свои поднимаешь, а? Сука, ты не знаешь, кто мой папа, что ли, а? Как тебе такой стиль, сука, а? Это стиль называется зуд в анусе, Педро, понял? Нет, сука, на, понял? Уебу мошонку так, что яички через ноздри вылетят, Боже, понял, как а? Он двигается, просто укушу что за ляжку, физика? Сука. Не шути с моим анусом. Не Опа, жути. На, смотрите, что у нас тут. Он мне напомнил Леопольда так же делает, что когда это? Видит себя в зеркале. Ух ты, у меня есть кинжал. Ура, конец всем бедам. Оу. Ага. Снова. Не все так просто тут. Ой, стул. Прости, стул. Сейчас мы тебя поднимем назад. Что? Что происходит? Чё?
хуй он доебался? Ну что, статическим электричеством покрыть, что ли? Я вроде медведей не терся, с медведями не спал. Да какого хера происходит? Зато терся с оленями. Мать твою, отсюда уже наконец куда-нибудь грухлять. Погодите. А может, это я им управлял, а? Может быть. А? Он просто его взял? Телекинезом владеет тут, а? О! Охо-хо. Реально? Блин, классная способность. О, так еще мармок супергибкий. Так, стул. Во. Это прикольно реализовано. Пф, какая к черту битва? Стул, пиво. Блин, круто. Реально круто. Используй суперспособности по назначению. Ну так. Я профессор Чукенхупи, я люблю клубничный юпи. Эхэхэй, всем добро пожаловать на моё шоу. А что это за игра, интересно? Какая же у меня на самом деле деревянная борода. Её можно легко ушатать трёх гопников двумя ударами. А что это за игра такая? Если знаете, то напишите. Ты херась ему бородой песок, у него кровь потекла. Так-то мне вообще похер, меня даже огонь не берёт. Тепленько, как между ногу твоей мамы. Ладно, пошли творить шоу. Ну и шуточки. Сейчас будет вам метание сюрикенов от профессора. Наруто! Стартуем! Блин. О! Хочу посмотреть, привет, Наруто или челядь. Наруто. Вы готовы лицезреть идеальное ювелирное метание сюрикенов? Ну что ж, погнали. Прямо в среднюю, прямо в яблочко. Посмотрим. О, ну, я же говорил, господа, мне не травных. Вообще изи, расплюнуть, смотрите. Как он так попадает? Ха, что произошло? Неужели один это так сюрикен, легко? Одна мишень, что же дальше будет? Ну... Сука, нихера не будет. Ну... Попадал же как-то случайно, нет. Должно все на смарку пойти. Это как я на стрелах. Ты серьезно? Сижу, выпендриваюсь. Да ты серьезно? Да что происходит, эй? Ну? Я же позорюсь. Я же... Это я на стримах, я просто. Я штуцер. Ну, естественно. Ну-ка, сел быстро, сука, выступление еще не закончилось, понял? Ну, кидаться в людей было бы интереснее, чем мишени. Это что-то я... Должен попасть по мишени. С живым ассистентом? А почему не в яблоко? Из жопы выходит. Ладно, я пойду дальше, я сделаю это закрытыми глазами. Надеюсь, Мармок не будет так делать в жизни. Ёб твою мать. Кто бы на такое вообще согласился в реальном мире, мне интересно. И на этой веселой ноте шоу закрывается. Собираем сюрикена и съёбываемся отсюда. Shit, так самое интересное, что полицейский уже я там сали был. Я балдею просто от этой способности. Ей, кстати, можно было бы помочь русским футболистам попадать в ворота. Ну все, я готов. Доблестный воин смерти готов к смерти. К смерти. Это херовый девиз. Короче, пошли резать клюв. Есть такое. Но, баба лысая, подходи. Равноправие захотелось, да? Найти равноправие. Там какой ты жестокий, Мармок. Нечто, дай ты. А, погоди, погоди. По одному. Это что за балет тут начинается, мужики? Вам расстановку органов в теле сделать, что ли? Не особо приятно. Второй круг. Это немного жестко выглядит. Да. Хоть графен и не реалистичный, но все равно жестко. Шлемы не надели, потому что погода хорошая. Да они вообще не защищаются. Да. Эпическая битва. Не особо. Ты погляди. Одни хедшоты. Чё-чё-чё, рептилоид, разразни всё-таки мою дырку, да? Уродная в шайбу, сука, на. Опа, не понял. А чё это мы в такую позу тут встали, а? Соблазнить меня решила, что ли? На, держи, ты меч свой уронила. Какой ты добрый, Мармош. Блядина. Очень добрый. Серьёзно, это уже конец? Странно. Ещё 3 минуты видоса, а это уже... Ну, музычка уже играет.
Классно взлетел. Привет и всех с наступающим. Не навострять лыжи, у меня для вас важная новость. Честно, откровенно, если признаться, я заебался. Чувствую, что начинаю заставлять тебя делать эти ролики, от этого напрямую зависит их качество. Могу и понять. Я чувствую, что начинаю проседать и делать их потому, что надо. А не потому, что мне это нравится, и от этого страдают все. Это огромная проблема. Не судите по последнему видео, это видео я делал с мыслью о том, что ухожу отдыхать. Да, так вот, насчет отдыха. Я хочу пропасть на месяцок. Примерно ровно на месяц. Скажем, январь. Чем не идеальный месяц? После новогодней тишь. Кстати, этот отдых никак не связан с Новым годом. Чтобы там не подумали, что я ушел в запой, да? Я вообще блин, не беру в руки. Хочу поиграть в эту игру. Имеется в виду спиртное. Потому что другое бы взял. Ладно, зашел в тупик, согласен, пошли дальше. У меня просто была уже такая практика, профилактика с отдыхом в прошлом году. Многие ее помнят. А это реально хорошо работает. Это полезная профилактика, и она действительно помогает себя взбодрить и не сойти с ума в четырех стенах. Открою, наконец, дверь, выйду из комнаты, поздороваюсь с женой и сыном, займусь ремонтом. В общем, скучать не буду, а через месяц обратно на YouTube. Мармок, я тут сверился с бумагами и нашел в твоем расчете проеб. Получается, что до января тебе надо, гнида, еще один выпуск сделать. Ай-яй-яй, нехорошо, кидануть решил всех нас. Кто-то играет с огнем. Скажите вы, да, мои дорогие, отвечу я вам. Но это будет, как всегда, длинная новогодняя нарезка с самым лучшим контентом за весь год. А еще 31 числа небольшой сюрпризик от меня. В общем, это я интересно. Пошел готовить новогодний ролик. А у меня 31 будет стрим, приходите. День же грабаный Мармоки, 21 VR-выпуск. Увидимся 1 февраля. Пока. Пока и удачного тебе отдыха. И Рождество. И с Новым годом. И со старым Новым годом. Да. И поздравляю вас со всем тем, что произойдет в вашей жизни в моё отсутствие. Пока. Пока. Грустно, конечно, но что поделать. Всем нужно отдыхать, и я прекрасно понимаю это и по себе, потому что у меня тоже бывает такое, что я начинаю заниматься Ютубом не из-за удовольствия, а как-то вот с натяжкой. Это есть действительно, такая проблема есть действительно у каждого блогера. На данный момент я уехала, и вы могли подумать, что я отдыхаю, но это далеко не так. Я бы лучше посидела дома и посписывала бы для вас видео, постримила бы. Вы просто не представляете, еще раз повторюсь, я говорила об этом в начале, как мы сейчас записываем данный ролик, это просто жесть. Видос, вот этот видос, мне очень понравился, он нереально классный, интересный, и вот эта вот игра в конце с милыми котиками. Почему он не сделал нарезку вот из той игры? Там бы по-любому было бы что-нибудь угарное и милое. А еще вот в конце эта игра, где он жопки котикам поделал. Боже, надеюсь, что в будущем он обязательно поиграет и в эти игры, и там будут какие-нибудь смешные, угарные и, самое главное, прикольные моменты. Ну а с вами, как всегда, была Юмилия. Простите, что реакции сейчас выходят не своевременно, абсолютно ничего не успеваю, но... Блин, если говорить о том, как я снимаю это видео, мой парень вообще держит просто телефон в руках, а потом я это все буду монтировать, и когда смонтирую, вы подумаете, что я просто, как обычно, поставила камеру и все засняла. Ладно, спасибо за просмотр, всех целую. Люблю, обнимаю каждого из вас и всем пока.